Мария Константиновна Балдовская родилась в городе Мстиславль Могилевской области Белорусской ССР. В 1941 году оказалась в оккупации. В 17 лет была отправлена в концентрационный лагерь Освенцим, где пробыла с декабря 1942 до весны 1945 года. Мы стоим, была жара, тепло. А нас провожают, а матери стоят в стороне, плачут. Я не плакала. Нет. Я пошла, встала. Вдруг слышу, вырвалась рука, и кругом между этими нашими ко мне подбегает сестричка, хватила меня за руку. И я с тобой, говорит, Мария, пойду. Ну что, давай пойдем, говорю, веселее будет у меня. И мы ушли, и нас отвезли в Германию. Под первый номер всех подстрогали, ни у одной волосиночки никого не было, будто хоть кто ты, только не евреев. Раздели догола, тряпки наши, наши выбросили, и мы как стуканы стоим, а куда деваться? Некуда деваться. Ни туда, ни сюда, кругом, а вот немцы. Цыган не раздевали, их сразу в печь. И такая вот печь здоровая. Ну, я не думала, думала, только труба торчит. А я подумала, что их забрали, он говорит, а в ту другую дверь выйдете. И там, говорит, дверь вы выйдете в лагерь. Ну, ладно, успокоилась я. Хоть живые остались. Тогда цыган сожгли, потом взялись за русских, за нас.